Рубрика «Хочу сказать» выходит за рамки обычного. Сегодня наша съемочная группа решила отправиться в парк имени Зернова, чтобы узнать у саровчан, как они относятся к реконструкции любимого места отдыха. Мне здесь очень нравится гулять с моим другом Колей. Еще здесь зимой красиво. Лучше стало намного. Еще вот набережную сделают, будем ходить отдыхать туда. Да пока еще, как говорится, работа не закончена. Но посмотрим, чем это, как это будет в конце. Пока, как говорится, все в процессе. Но нареканий нет. Да, непонятно, честно говоря. Посмотрим, как будет на будущий год. Нравится, да. Особенно будет весной, когда вот эти тропки все, ну, слишком, мне кажется, много тропок. Вот я тоже спрашиваю, интересуюсь так вот друзей, кто встречается мне. Вот насчет большого количества тропок, это излишне, наверное. А остальное так хорошо. Особенно вот этот вот спуск туда, к речке. Я уже просмотрел туда, сейчас еще пойду. Я каждый день хожу здесь, я живу рядышком и наблюдаю за ходом работы. Правда, много и дорожек это наделали, и вот маникюр, что ли, там делают. Хорошо это будет, наверное, катать будут детей, внуков наших. Вот. Ну и хорошо, конечно, делают. Ну и побольше, конечно, бы и какие-нибудь еще такие молодые бы деревья какие-нибудь еще бы насажали здесь. Вот. А то все тут уже, как говорится, старые деревья уже были, какие-то хотя бы сосны какие-то обновили, ели еще добавили. Ну так, мне нравится. Нет. Почему? Зародовали. Да, мне нравится. Приобретает новый облик. Особенно для ребятишек нравится. С внуками сюда ходим гулять. Внучке очень нравится скакать, прыгать. Вот. Ну и в дальнейшем, я надеюсь, что он будет такой культурно выглядеть. Так что вот спасибо за такие условия. За счет природного такого массива, конечно, очень хорошее впечатление. И хорошо, что его не нарушают. Я вот так смотрю, бережно относятся к этому. Следующая встреча в рамках рубрики «Хочу сказать» пройдет в торговом центре «Атом». Напомню, что на нашем канале стартовала городская акция «Мы помогаем». Именно в торговый центр вы можете принести подарки нуждающимся бабушкам и дедушкам. Я вас буду ждать в понедельник с 17 до 18 часов вечера. До встречи!